О, клюет! Есть! О, да. Амортизируй. Стой. Давай. Работай! Взяли! Брюхо. Ну, это пятая жерлица сработала только. Так вытащишь на щипцами. Поедем. Димыч, бери его всего. Волки его, снимай его со шпагет. Думали и решили. Рыбу теперь можно взять только на дальнем кордоне. Где-то там раскинулось заливное озеро, по глади которого кочуют золотые сорвавшиеся с берез листья. Наличие грязи и бездорожья на пути к озеру не страшит нас, ведь мы едем на дерзком олдскульном МТЗ-52. Словно на экскурсии, мы глядим с высокой телеги по сторонам, созерцая осенние колоритные пейзажи. Сегодня будем рыбачить на двух лодках, поскольку состав нашей мини-экспедиции насчитывает 4 голодных до поклевок рыбака. Решила. Не пахнет еще? Нет. Алюминиевая лодка была заброшена сюда прежде и томилась в кустах, заполненная дождевой водой. Оставленный в лодке пропавший рыбой подсак, очевидно, привлек норку, которая в нем и сгинула. Вот такая норка. Вот кому нужна вот она? Да. Нахрен. Ну ладно. Фият кому надо. Знатные рыбаки все в сборе. Прокурор, да? Но привезли на рыбалку прокурора. О, клюет. А, нет. Листопад. Осень. Сейчас дождь опять пойдет. Да? Не знаю, может. Да. Будем ставить живцов. Наловили? О, крупняк. Ну ничего, на крупный щук. Добро. Все, поехали. Ну, вот таким образом ставим наши летние жерлицы. Ну, правда, сейчас уже не летние. Все быстро, мобильно. Щука. Причетку забыл. Какой очень здоровый. Все здорово, ставлю? Да. У нас тут не ягодня, конечно, но крупнее щука. Так, поживляем и фига вперед себе. Его. Кабан. Кабан, ну а что делаешь? Таких мы ловили. Поставщик. Все, ловись, щука. Ну вот. Так, отдельно крючки. Отдельно вот бутылка с кольцом, с поводком. Довязываешь крючок, разматываешь быстро и ставишь. Догадываясь о том, что та редкая щука, которая осела в озере после весенней воды, очень привередлива, а значит будет вяло отзываться на спиннинг, мы решили сделать ставку на живые приманки. Двое из нас ловят живцов, двое расставляют бутылки. Параллельно пробуем спиннинговать, но тщетно. Несколько окуней, да несколько некрупных щук, все, что удалось поймать. Расставив около 20 бутылок по самым перспективным точкам, решаем не беспокоить озеро и удаляемся к костру. Мы же вообще еду не хотели брать. Че мы? Лоханулись, это хорошо. Я еще что-то настял, говорю, давай, это все равно рыбалка такой. Ну, хорошо, хоть писали эти кружки-то ты давал. Да. Сбоку, Дима, вон тут время. Пришлось бы сейчас это. Там нету. Значит, я выложу. Культурно отдыхать умеем. Да. Вот, ладно. Или в окуне его поводят. Не, рыба ловится. Это. Так. А, огурчики-то где? Вот. Кимыч, бери его всего. Волоки его, снимай его со шпагеты. Со шпагеты. А что? Давай второй буду. Как не будешь? Нет. Ему городской человек. Я сейчас пока ты приехал наперед. Он таблетки пусть ест, так пока. А. Он наестся еще. А, он же остается? Ну,
Чего там потом? Я говорю, даже без соли, блин, вкусно. Да? Да, конечно. Это он здоровый, вкусный. Свадь. Здорово, рыбаки! Здоровенько! Клюет? Нет! Дорогу стрибаю! Здоровенько! Что вы делаете? Обряди вам, милый, я пью! Умните! Умните! Ща, разведем! Должен быть вечерний выход! О, клюет! Есть! Ща будем ее брать! Живьем брать демона! Так, подсак. Надо подсак. Есть дать подсак. И подсак. Он подсак. И он подсак. Давай. Поймаем. Вы только не мешаете. Профессионалы работают. Профессион де фуа. Только аккуратнее, тут жидкая это. Слабая она. Тонкая. Патроновая. Так, ну-ка, где она? Вот она, штучка наша. О, бля. О, да. Амортизируй. Стой. Ух ты. Мина. А, нет. Есть, хорошая щучка, полторашечка. Вот она. Это наша, которая не попалась нам. Ну, конечно, не иначе. Так. Эй, Люха. Да? Ну, чё? Ух! О, не напрасно, да? Откусила? Все? А, не, вон отцепилась просто. Отцепилась. Это древес. А я думал, и хорошо. И что? Ой, и добывать не надо, крючок. Ну, вот она. Отпускай, Дима. Ага. Нет. Сегодня нет, на уху. Да. Вон там еще бутылка или что, ну? Там нету больше. Ну вот. Давай мешок ее или что? Первая бутылка сработала, давай мешок. Мешок-то где у нас? Вот. Вот этот. Не это. А. Рыба-то где? Вон. Вот это сверху. На блесну, да, что-то вот не работает пока этот метод. Так. О. Поплыл. Пошла. Грамма на 3 тут есть, наверное. Не. Нету, ну, на 5. Поменьше, мне кажется, да. Она быстро и резво пошла. Главное дело, ангажировать. Ага, давай, сейчас. Видишь как? Уходит. Ну ничего, мы ее сейчас укоротим. Давай камеру. Оба. Держи. О. Где она там? Подсак убил. Я не вижу, куда она ушла. Под лодку, да? Она вот здесь. Ага. Но я ее тоже не очень вижу. Тут тонкий это. О, аккуратнее, здорово. Хорошая щука. Взяла окунь, окунь был крупный, и не смогла, наверное, она его сразу хапнуть. Сдернула. Как охнуто? Как по заявке? А, не урни воду его. Давай, Михаил Кимович, туда кидай, в ту сторону. Ты в перчатках? Нифига. Ты мажор. А то могла получиться рыбалка на глаз сейчас. А у тебя он очень хороший. Ничего, не боюсь. Эй, куда? Рыбак рыбака не обидит. Одна бутылочка. Давай. Езжай. Ага. Ага. Что у тебя там? Крупняк нет. Нет. Нет, окунь, наверное, здоровый, блин. А я-то почему-то подумал, что... Вот мы их ставим. Может быть, чуть-чуть великовато, а может быть и щука покрупнее возьмет. Оставляем заряженные жерлицы до завтра. Но понимая, что ни щука единый жив человек, бросаем в соседнее озеро сеть на карасей. Так, мешок на берегу. Чё? Вот она рядом.
Она рядом? Ну. Так что вы можете наблюдателями быть независимыми с берега. Ну, да, правильно, мы отсюда посмотрим. Пока мы будем качкаться, хотя, впрочем, еще не ясно. Наступило долгожданное утро. Начинаем с проверки сети, которая, впрочем, предсказуемо не сработала. Несколько карасей и один окунь – вот и весь улов. Очевидно, что карась затихарился, ведь уже заметно похолодало. Хотя это даже радует, ведь выпутывать шальную карасню – занятие достаточно нудное. И все мы негласно в душе обрадовались. Но, может быть, действительно для карасей уже этот холодно стало? Они уже редко ходят. О, что там? Ну-ка. Да, какой-то хороший, но. Да-да. Блин, ушел, гад. Карась хороший висел, ушел. Не запутался в пятятке. В пятятке не запутался. Крупный, да. Ладно, нет так нет. Да, и боялись, что попадает карасей много. А оказалось, что холодно уже. Что там? Блин, давай. Аккуратно. Вот так. Блин, окунь тут запутался снова. Гад. Ой. Так. Где ж ты тут? А, щука? Щука, да? А, или щука? Нет. А, нет. Тут-то карась. А, карась? Так, отсвечивает на солнце. Все. Сеточку снимаем. Далее едем проверять бутылки. А, окунь, он здоровый. Блин, куда там завел. Пусть поплавает. А, пусть плавает. Но он просто под корягу завел, и казалось, что есть рыба. А? Потом на обратном пути. Пусть поработает еще. Пусть еще порыбает. А? А, тут еще что-то. Очередная бутылочка у нас ушла со своего места. И что? Что-то вроде как будто есть и как будто нет. Окунь, наверное. Ну-ка. На, окунь здоровый, блин. Ну-ка, подсак наготове. Аккуратней. Не знаю. О, хороший, папа. А, стой. Сейчас подведу. Аккуратно, ниже, ниже, ниже. Бля, нам бы то не куркнуться еще. Давай, давай, работай. Работай. Yeah! Взяли. Трешка-то блатная. Не, поменьше маленько. Призовой. Призовой. Трофейная. Да, да. С вас бутылка, сейчас, пап, подними. Сейчас, достанем. Тройником там не заехай. Ничего нету. Тройник, не тройник. О! Нормально. Окуня взяла, видишь, торчит. Да. Брюхо. Ну это пятая жерлица сработала только. Пока. Надо ее прикнокать. Окунь-то не маленький ведь был тоже. Не. Взяла. Так не вытащишь на щипцами. Что, давай, ехай. Сейчас. Подъезжай. Ну-ка.
Что там у нас? Куда она? Зверюга. Ой, бля. Аккуратней. Вон она. А, еще не очень держит. Сейчас, поближе. Сам, я не вижу. Сдернулась, бля. Так она вон, упала уже. Она ушла. Окуня, ты видела? Да, да, ушла. Она отрыгнула его. Ё-моё, бля. Или не ушла еще? Не, не ушла. Она, да, вытянула. Есть живой, нет? А? Живой есть. Сворачивай. Сворачивать? Ну. Ах, досадно, ну ладно. Такая двушка, наверное, да? Ну да, хорошая была бы. Короче, на спиннинг вообще не берет рыба. Где окунь, не щука? Так, аккуратно. Попробуем аккуратно и под саком его, бля. Как-то бы взять. О, нет. Блядь. Да, тянет, да? Ага. Ё-моё. Под сак замочу. Сейчас под земля. Вот я. Давай попробуй сейчас. Вот. Не вижу. Вот где-то здесь должна появиться, давай. Блин. Мимо, мимо. Не-не. Вот сейчас, давай. Где-то где? Вот, давай. Работай. О! Есть! Не ушла! Нормально. Не ушла. Ну, вот она, хорошая. Полтораха? Ну, наверное, да. Давай. Так. Угу. Все. Вот мы ее. Да, неплохо. Вот сработали. Петр Федотович. Вольно. О! Попало, да? Да. Не окунь же такие. Дрыгает. Та зеленая там тоже хуй, правда, там не играет. Нет, а, там-то окунь большой водит. Оп. Оп. Ну, пока нет. Но. Где-то здесь он. А, блин, ушел. Или что? Или... А, ушла. Ушла, цепилась. Цепилась, блин. Она его только, наверное, взяла, наверное, как раз. Она начала подпрыгивать. Да. А мы подшумели, да? Да, да, да. Ну ладно. Зима для нее будет. Ладно, живи. Живи. Тяжело было. Надо вытащить пока. Там же рыба, щуки. Сейчас. Интерьер. Илюха корреспондент, да? Сколько, треха? Треха будет? Да. Конечно, рыбалка удалась, но надо заметить, что щука в данный момент и в данном месте не активна. А может быть, что скорее всего, ее просто очень мало. Хотя оснований для ропота нет, ведь уезжаем все-таки с рыбой. Очень даже. О, новые лица, новые рыбаки. Ну и, конечно, я. Самый главный. Да уж. Не совсем главный-то? Да. А, вон, не совсем. Вот главный.